Если не знаете, куда вложить средства, лучше спросите у жителей. Так поступили депутаты Тверской городской думы. В следующем сюжете пойдет речь об итогах программы реализации предложений жителей. На этот раз съемочная группа нашего телеканала побывала в стенах школы номер 29, что находится в Заволжском районе города. В преддверии нового учебного года в образовательном учреждении были отремонтированы спортивные раздевалки и приведен в порядок кабинет информатики. Подробности далее. Средняя школа номер 29 сегодня одна из самых больших не только в Заволжском районе, но и во всей Твери. В образовательном учреждении обучается около 1000 человек. Понятно, что при таком количестве учащихся обновление материально-технической базы требуется проводить регулярно. В этом школе номер 29 помогают депутаты Тверской городской думы. Так, достаточно давно руководство учебного заведения сотрудничает с Сергеем Мамоновым. Народный избранник регулярно выделяет средства из так называемого депутатского миллиона на нужды школы. Каждый год в среднем 300-400 тысяч рублей, рассказывает Сергей Мамонов. Как бы у нас экономика не поворачивалась, экономить нельзя на здоровье и на детях. Детство не повторить, не вернуть. Какая бы школа была, благоустроена, неблагоустроена, мы, конечно, с возрастом будем все свои школы вспоминаем с теплотой и с добром. Да? И вот, наверное, вот эту школу я тоже буду вспоминать, потому что хоть я в ней не учился, но столько в нее вложено сил, нервов, средств в том числе. Да? В преддверии нынешнего учебного года в школе был приведен в порядок кабинет информатики. Сюда был закуплен новый линолеум, проведен косметический ремонт, установлено новое освещение. Как отмечает заместитель директора школы номер 29 по административно-хозяйственной работе Светлана Корочкина, в таком кабинете гораздо комфортнее находиться как детям, так и учителям. Очень хорошо. Дети довольны, нравится. Преподаватель пришла. Она даже сфотографировала и сыну своему отправила. Ну, вы сами чувствуете, что в классе дышится свободно, легко. Кроме того, последние 3 года в школе ведется поэтапная модернизация спортивной базы. Так, ранее здесь были установлены новые окна и освещение, покрашенные стены в спортзале. А в этом году заметно преобразились и раздевалки. Теперь это чистые и светлые помещения, где есть даже душевые. Как отмечают в учебном заведении, подобную помощь от депутатов Тверской городской думы сложно переоценить. Мы с Сергеем Анатольевичем уже, наверное, с 2004 года общаемся, и он нам помогает каждый год, ну, сколько возможно, средств выделяется. Для школы это незаменимая помощь. В общем, за счет нее мы делаем ремонт. На этот год все работы в школе номер 29 завершены. В будущем руководство учебного заведения планирует выполнить ремонт в бассейне, заменить часть окон в учебных корпусах, а также провести другие работы. Часть из них будут проведены в рамках программы реализации предложений жителей и за счет средств депутатов Тверской городской думы.